Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали управляющий отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области Надежда Козлова и ректор Байкальского государственного университета Александр Суходолов. БГУ стал первым вузом, документально оформившим тесные связи с фондом на фундаменте науки и практики. Пенсионный фонд России, как крупный работодатель региона, тоже заинтересован в развитии отношений и в выпускниках Байкальского университета. Нам нужны юристы, экономисты, математики, экономисты кибернетики и все, что связано с IT-технологиями. Подписание соглашения произошло в рамках круглого стола на тему «Старение населения. Вызовы макроэкономической и социальной политики». Основной доклад на данную тематику прочел начальник департамента стратегического планирования Пенсионного фонда России, гость из Москвы Аркадий Соловьев. Анна Бородина, Игорь Титенко. Новости сейчас.